Друзья, всем привет! А сейчас я хочу вам рассказать о чистке плитки или же фасадного кирпича, вот как мы видим сейчас на нашем видео. Это вот плитка в данном случае, ее уже начали затирать, но мы видим остатки кладочного раствора, клея, затирки. Это смотрится довольно-таки некрасиво, когда фасад грязный. Плитку мы будем чистить самым элементарным способом. Это вот соляная кислота 2-4%. Но прежде чем плитку чистить, нужно намочить кирпичную стенку, то есть плитку или же это кирпич, практически без разницы, нужно дать напиться ему воды. 3-5%, которые он воспринимает, нужно дать ему напиться. Сейчас мы берем щеточку. Соляная кислота, мы сейчас ее вот налили в емкость и трем соляной кислотой все загрязнения, которые вот на плитке мы видим, она буквально растворяется кислотой. То ли бита это затирка или же клей кладочный или раствор, без разницы. Соляная кислота, она все эти растворы и клеи она смывает. Сама плитка или же сам керамический кирпич, если он хорошего качества, это в данном случае немецкая плитка, клинкерная, она абсолютно не боится кислоты, с ней ничего не будет, они растворяются, как мы видим. Вот которая щелочь, которую мы видим от кислоты, это вот раствор, кладочная смесь, она вся растворяется. Поэтому очень правильно будет вначале дать впитаться в воде, в эту кладочную смесь, чтобы у нас эта кислота, которую мы чистим, она не зашла дальше, иначе она будет постоянно у вас выходить с этой кладочной смеси. Чистить нужно горизонтально и вертикально во всех направлениях, там где более большие загрязнения, мы постоянно макаем нашу щеточку в соляную кислоту и повторяем постоянно те места, где сильно загрязнение. Это все, естественно, течет, вот как грязь, все это размытая кладочная смесь, остатки раствора, все это вот стекает по кирпиче. Естественно, не оставлять в таком виде, потому что эта грязь может засохнуть. Мы сейчас вот помыли, вот она кислота, которая в таких вот канистрах продается. И сейчас мы начинаем эту стенку смывать. Здесь нужно практически два человека. Один поливает чистой водой со шланга, второй берет вот щеточку и смывает вот эту грязь, которую мы с кирпича кладочный раствор и клей смыли. Очищаем водой, и сейчас на всякий случай мы берем вот самое простое жидкое мыло, которое мы руки моем или без разницы, в душ, которое, к примеру, там берем гель какой-то, главное, чтобы это мыльное было. Мыло расщепляет кислоту, та кислота, которая осталась на стенке, на плитке, которую мы мыли, на всякий случай мы еще раз моем это мыльной пеной довольно-таки большой концентрации, я бы сказал, но это много не нужно. Мы вот в емкости развели это мыло и уже, так сказать, на чистую, чтобы не осталась какая-нибудь кислота, которая будет дальше въедаться в раствор и затирку, мы ее еще раз промываем щеточкой.
После всего этого, естественно, мы смываем чистой водой стенку, вымываем всю эту пену, очищаем чистой водой в конечном итоге. Слева мы видим вот кусочек, где мы еще не почистили. Это было вот чисто видео для показа чистки кирпича или же плитки. И вот сейчас мы поставим камеру. Вот мы видим довольно теплая погода. Это вода на кирпичке. Вот как он вначале выглядел. И вот он смотрится сейчас. Вода вот буквально быстро высыхает. Мы сейчас поставим камеру, чтобы можно было видеть, как это в конечном итоге смотрится. Вот сейчас мы ставим камеру и видим, как результат. Кирпич сейчас у нас 28 градусов на улице. Вода довольно-таки быстро высыхает. И мы увидим конечный результат нашего чистого кирпича. Я благодарю вам за внимание. Все контакты, также по плитке, по кладочным растворам, стоят на нашем сайте. Обращайтесь, klinker-group.de. Мы находимся в Германии. Готовы дать вам весь полностью совет по клинкерному кирпичу, фасадной плитке, по укладке, технические детали и прочие детали строительства.